это Андрей Молочный. Вот это вот Антон Лирни. Да, это Манитеха. Вот буквально столько, что прилетели в Москву. Да, пошли в Мавзолей. Поплакали там. Да. Да, все. Потом нас отпустило. И вот мы перед вами. Да, вот. Да. Да. Дорогие друзья, расскажу о том номере, который мы будем показывать. Вы знаете, сейчас вокруг, ну вообще в мире много людей, которые собирают предметы, принадлежащие их там кумирам, да, такие фанаты есть. Специально для них открыли такой магазин. Итак, фанатский магазин. Здравствуйте. Здрасте. Магазин для фанатов. Да, да, да. Волосы Киркорова. Есть, 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 но вчерашние. Выбирайте, смотрите, что. Слушайте, мне нужны еще вот трусики группы Виагра. Ну есть, вот, пожалуйста, вот комплект. Вот, это вот, все участницы, да? Да, все участницы, пожалуйста. Да, слушайте, а если я куплю, а там вот новое появится, вот как мне, вот я хочу... Ну, можете сделать подписку, да? И мы вам раз в месяц по почте будем выслать трусики новых участниц. Вот, да, а мешок наберется. Здорово, так, здорово, здорово. Очень здорово. Просто. Выбирайте, говорите, что вы все... А такой вопрос еще, вот западных, вот я фанат Стинга. Вот. Стинга? Да, вот если был у вас автограф. Да есть, есть? 200 рублей. 200 рублей, да конечно. Вот, вот пожалуйста, да. Вот автограф Стинга. Андрюха, это тебе от меня, Стинг, удачи. Берите. Блин, обалденно. Спасибо. Все, все, все. А я так вижу, вы напрямую с западными звездами, да? Да, напрямую, конечно. А вот Анджелина Джоли. Ну... Ну что, что именно? Я вот, ну вот, если один звоночек, я... По телефону? Да! Ну не проблема вообще, смотрите, сейчас, одну секунду, сейчас. Алло, Анджелина, да, тут с тобой хотят поговорить, да. Сейчас. Алло? Анджелина? Привет! Хорошо, ага, да. Блин, она сейчас в метро не может говорить. Да, да. Вот из российского шоу-бизнеса, вот есть? Из российского, да. Сейчас дадим потом. Да, да, Тимати приходил вчера. Да? Приходил вчера, да? Тимати, да. Купил кепку Эминема и ушел, да, кепку, да. Вот, а что еще? Что вам такого посоветовать? Фифти Сент? Да. А знаете, что у нас есть? Есть гильзы из пистолета, из которого стрелял 50 Cent. Вот, пожалуйста. Вот это они, да? Да, вот, пожалуйста. А чё вот эти вот дороже, эти дешевле? Ну, это он попал, это промазал. Вот, вот забирать. А вот это что за бутылочки такие? А, это отрыжка Мэрилина Мэнсона. Да. Блин. Аккуратней, аккуратней. Не открывай. Не открывайте, вы что? Нет. А я хочу... Есть пробничек. Пробничек? Пробничек, пробничек. Ну, очень на группу Король и Шут смахивает. Да, 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 немножко, да? Да, 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 да. Я не знаю, что же еще. Ну, вот. Штаны Киркорова есть. Штаны? Да. Ну, у меня есть. Не, это со следом ноги Шевчука сзади. Вот. Берите, ну что? Что вы еще такое? А из спортивного я вот... Есть спортивный комплект. Да, вот перчатки Кличко, ага. Носки Марадоны и спортивки Шуфутинского. Берите, забирайте. Что? Да ну, ну ладно, вот я вам посоветую, смотрите. Вот есть... это фанат привез один. Это анализ мочи Димы Билана. Блин, офигеть, я как раз девчонки на подарок хочу. Да, можем завернуть их все. Вот это беру. Да. И главное, я вам рекомендую, смотрите, вот это возьмите обязательно, это зуб Боярского. Не. Берите. Да не надо. Берите это последний, возьмите. Ну что? Ну все, короче, я беру зуб, да, беру этот спортивный набор. Да, да, да. Скидочку мне дадите. Ну какая скидка? Ну что? Ну я ваш постоянный. Да это штучный товар, ну как ваш? Ну в рамках акции что-нибудь бесплатное еще, ну. Ладно. Сперма Зверева интересует? Да. Вон там чан стоит в углу. Ага. Там такой черпачок маленький, наберите сколько нужно. Ага, все, я понял. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Андрей Молочный. Антон Лирник. Давайте мне чекаем. Спасибо.